Всем привет, уважаемые подписчики, с вами Армак, и сегодня у нас в группе Z проходит последняя игра вообще в турнире, в принципе, в групповой стадии. Дальше уже пойдет серия плей-офф. И сегодня, по сути, решается, кто же выйдет из группы. Если выиграет Тимбукту, то между Дарком, Граалзами, Тимбукту будет по 3 очка и будет считаться дополнительные параметры, и кто из них там выйдет, пока не совсем ясно. И если же выиграет Дарк, то он 100% выходит со второго места и попадает в сетку лузеров, где будет играть игры на вылет. Также хочется отметить, что было у нас две партии, где зафиксированы технические результаты. Во-первых, в партии между Зетом, спонсором турнира, и Хеллайтом, Зет не вышел на игру, сказал, чтобы ему сразу засчитывали поражение, и Хеллайт таким образом теряет из доступных замков замок Цитадель, который он выбрал по умолчанию, потому что, несмотря на то, что игры не было, замок какой-то должен в любом случае теряться из доступных. У Зета не было ни шансов на выход, не было стимула играть, ну и плюс много работы. Второй игрой стала игра между Владюшей и ОС Фараоном, где зафиксирована победа конкретно ОС Фараона, потому что Владюша не нашел времени на то, чтобы сыграть игру против него. Игра постоянно откладывалась, и в итоге так и не смогли. Хотя Стас, то есть ОС Фараон, он пытался выйти на связь. Мне также отписывался по поводу того, что готов играть не единожды. Поэтому именно он и получает техническую победу. Ну а теперь, собственно, сама игра. Встречаются у нас Тимбукту и Дарк. Или Даркелла, кому как удобней. Фаворитом данной игры является, конечно же, Дарк. И мы видим с вами, как на первый ход за замок Касл отыграл, собственно, Дарк. Первую часть игры он стримил, поэтому запись берется конкретно из его стрима, с его Twitch-канала. Все лишнее вокруг игровой области я обрезал, чтобы оно не занимало, скажем так, экран. Не отвлекало вас от самой игры, и вы могли нормально сосредоточиться. Ну а концовочка игры там уже будет у него как слайд-шоу, то есть там будет предоставляться демонстрация экрана через Steam Viewer, конечно. Игра ведется маленькими армиями на маленькой карте. Отсюда и, в общем-то, такое рвение играть через магов. За оплот играет у нас Тимбукту. Но мы видим, что оба игрока выбрали довольно сильные замки, которые сами по себе на разных шаблонах сильны. Но единственное, Дарк выбрал не самый сильный замок для данного шаблона. На скирмише все-таки замок не входит в топ замки. Поэтому будет довольно интересно посмотреть на это. Как раз скирмиш тем и отличается, что здесь даже замки, которые, казалось бы, на больших шаблонах не особо сильны, вот здесь как раз они могут себя очень хорошо показать. Но опять же, вот Дарк тем прежде всего отличался при выборе замков, что старался сильные замки оставлять на потом, до вот этой вот игры, где он выбрал себе все-таки конкретно Касл. Ну а Женя, Тимбукту, понятное дело, он старается играть как можно более сильными замками, более комфортными для него, поскольку нужно цепляться за любую возможность выхода из группы. Ну а если уже выйдешь из группы, ну там уже тогда бороться чем угодно. Женя не является фаворитом турнира, поэтому для него важно просто раздобыть побольше очков, пройти как можно дальше, ну и в общем-то проверить свой уровень игры на таком высоком уровне. Мы видим, что есть хороший герой, это Элизар. Он специалист по интеллекту, поэтому маны у него, как правило, очень много. За магов всегда стартовать немножко сложнее, чем за воинов, потому что ваши войска довольно слабо воюют.
У магов, как правило, нет нормальной атаки. Часто бывает, что даже и защиты нормальной нет, по сути. Ну а пока ребята стараются раздобыть побольше золота. Напомню, что на скирмише ведется игра на сложности 200%. Потому что если играть на 160%, по сути, можно на первой неделе уже прийти и убить соперника. Дабы этого не было, конечно, играется на 200%. Карта-то маленькая. S и M размеры, они как раз на 200%, как правило, и играются. Но с плагином, который установлен в HD-мод M200, он так и называется. Вот он позволяет стартовать на 200% сложности с золотом 2500. То есть не полностью все ресурсы и золото по нулям, а именно 2500 дается. Это позволяет вам на первый же ход либо выкупить второго героя, либо построить префектуру. Причем, как правило, все стараются именно не строить префектуру, а покупать еще одного героя. Поскольку темп и еще раз темп очень важен. Так, пробивается все дальше и дальше Женя. Разбежка в три героя, но даже не это важно, а важно то, что есть нормальный маг, которого можно качать, потому что частенько бывают ситуации, когда не заходит нормального мага и приходится крутиться какими-то воинами или специалистами по баллисте, чтобы хоть как-то... Довольно быстро отхаживает Дарк свои ходы. Уже нашел и рудник, и лесопилку. Захватывает их в первую очередь. Вообще ресурсы на скирмише очень сильно важны. Мало того, что надо отстраивать там необходимые вам войска, помимо всего прочего, надо еще и собрать достаточное количество ресурсов, чтобы по-быстрому можно было отстроить себе гильдию магов. Минимум второго уровня, но в идеале хотя бы до четвертого. И даже не для того, чтобы получить контроль, четвертый уровень нужен, а для получения таких серьезных заклинаний, как метеоритный дождь, цепная молния и тому подобное. Второй уровень нужен для получения либо болта, либо воздушной стрелки, которые очень сильно тоже на первых двух неделях очень сильно решают. Дальше уже, конечно, желательно с третьей недели уже иметь что-то из заклинаний более высокого уровня. Тимбукту тоже находит рудник. Идет собирать бонусы вниз. Есть еще и Darksthorn, тоже, кстати, довольно неплохой герой. Тоже один из неплохих магов. Дается тоже кентавр ему на разгон. Так же, как и остальные. Хочет его через конюшню прогнать, да? Да. После этого посещает обзорку и благодаря обзорке сразу же засвечивает соседнюю территорию. Также большую часть своей территории, а именно нижнюю ее часть. И сразу же видит, что у него есть внешнее жилище кентавров. На скирмише вообще внешнее жилище — это не такая уж частая вещь. Поэтому можно радоваться абсолютно любому внешнему жилищу. Частенько не сдает вообще ни одного. Поэтому не думаю, что Женя огорчен. Ну, основная армия на Элизаре. Сейчас Элизары будет ехать захватывать соседний замок на вторичной территории, с которой будет три выхода в трежерные зоны.
тут двойная охрана пока что пробивает баров. Ну и нужно отметить, что сам замок очень близко находится к проходу между зонами. Поэтому мало того, что на этот ход Тимбукту отожмет этот замок, он еще и успеет пробежаться куда-то далее. Может, сразу же начнет быстренько собирать разного рода шахты, которые помогут быстро отстроить гильдию. Очередная битва, тут уже со скелетами, тоже довольно простенькая. Тут просто со снятием ответки надо работать. До появления эльфов тяжеловато, конечно, воевать без потерь. Не имея никаких стрелков, да и сами ударные стеки такие себе, честно говоря. Так, первая золотая шахта охраняется птичками грома, а вторая золотая за чародеями. То есть, что одну, что вторую пробивать будет крайне сложно, но за чародеями она, скорее всего, не будет браться вообще, а за птичками только после получения, наверное, экспертной магии земли. До этого момента смысла на них идти тоже нет. Самая простая пробивочка — это как раз таки ртутные шахты за зомби. И в принципе Тимбукту проверял сейчас длину хода, чтобы понять, сколько там мувов еще ему остается сделать для того, чтобы добежать до нее. И на этом пока все прекращается. Ход передается на Дарка, захватывается рудничок. Сами кучки он пока не собирает, руды оставляет это дело на потом. Для него важнее было отжать саму шахту, чтобы не терять прирост самой руды и шахты. А эти кучки никуда не денутся, в нужный момент он их все равно подберет. Пока ни у какого кризиса по руде у него нет, поэтому и смысла тратить мувпоинты на это нет. Сейчас гораздо важнее находить достаточное количество золота и собирать прежде всего его. Поэтому Дарк сосредоточен именно на этом. Улучшает он стрелков и уже на второй день выходит со своей территории. Он бы мог тоже с первого дня выходить, как это делал и Тимбукту. Ну, точнее, не с первого дня, конечно, а со второго там. Да и с первого можно было попытаться, конечно, пробиваться. Но решил минимизировать свои потери, для этого сделал два грейженных стека стрелков, и таким образом пробиваться уже гораздо проще. Плюс теперь он даже вот по пути может пробивать феечек тех же, тоже с не такими уж и большими проблемами для себя. Ну и многие бои у него могут проводиться без потерь, либо с минимальными потерями. Все-таки битва со стрелками и без стрелков очень сильно отличаются. Ходит Тимбукту. Пока что Астрал делает разбежку наверх. Совсем чуть-чуть не хватает, чтобы подобрать и кучку золота, и сундучок. Но
кучка золота, сундучок и этот сад на самоцветы или золото, он будет добираться на следующий ход. Благо на это уже мувпоинтов будет достаточно. Золото тоже находит всячески, посещает также еще и мельницу, которая приносит ему серу. Ну, для отстройки гильдии до нормального уровня, конечно, нужны абсолютно все виды ресурсов. Так что не стоит перебирать ресурсами и какие-то брать, какие-то не брать. Сейчас, конечно, ему больше всего нужно золото, ну а дальше он будет собирать абсолютно все ресурсы. После отстройки эльфов подумывает, скупать их или нет. Ну, если скупит, то, конечно, гораздо проще станет воевать, но они ему нужны в улучшенном виде. Вот именно грейжены и эльфы, это очень мощно. Даже те же 7 грейженных эльфов, они всю неделю могут пробивать юнитов 1-2 уровня без особых проблем для себя. Так, кентаврами попытался отманить назад. Ну, благо у него просто скорость хорошая. Но вот теперь уже убежать никуда не получится, поэтому получит прилично так урона по кентаврам. Хотя одного всего лишь потерял, вот благодаря проклятию, которое он накинул, то есть минимальный урон там наносили эти гоблины. Это очень сильно помогло на самом-то деле. Можно было потерять и больше. Тем более, что кентавры не отличаются своей серьезной живучестью. Так, докупаются еще кентавры дополнительно. Один кентавр остается на разгон для следующих героев, которые будут покупаться в этом замке. А вполне возможно, что героев у него в ближайшее время может стать больше. Но вообще при игре на многих шаблонах, в том числе и на скирмише, Женя любит темповать. Быстро ломиться вперед и так далее. Я же, как правило, играю абсолютно по-другому. Я играю более сейфово. Стараюсь не ломиться на соперника, пока не отстрою хотя бы 2 уровня гильдии магов. В идеале, конечно, 4, только потом ломиться. Ну а вообще, конечно, по обстоятельствам. Ну, Дарк собирается серную шахту вроде как брать. По количеству героев он пока проигрывает, но это пока не страшно. Чем больше вы скупите героев, тем сложнее вам будет выйти в нормальную отстройку замка, поскольку скирмиш не такой уж и богатый шаблон. Здесь за золото постоянно надо воевать. И пробиться-то на вторую зону, там где ваша вторичка некровская, не проблематично, и повоевать там за некоторые виды шахт. А вот дальше, уже в трежерные зоны, там более серьезная охрана, поэтому если вы будете темповать и быстро ломиться в трежерные зоны, там, я не знаю, под конец первой недели, на второй неделе, то это может вам аукнуться большим сливом армии, чем у соперника, и потом, возможно, соперник придет вас добивать, когда у вас уже и особо-то отбиваться будет нечем. А он при более сейфовой игре может навязать вам довольно серьезную борьбу. Сделал постройки и в главном замке, и во вторичке. Ну, вторичка обычно там отстраивается таверна и отстраивается префектура, но в случае с Дарком его главный замок ограничен по
гильдии магов. Там максимально можно 4-й уровень, по-моему, строить. Поэтому в идеале надо отстраивать гильдию магов именно вот во вторичке. Но опять же, тоже посмотрим, как Дарк играет скирмиш. Я до этого, наверное, не видел все-таки игр на скирмише у Дарка. В основном он на больших шаблонах играл на стримах. Тем интереснее будет понаблюдать. Чем больше будет необычных вещей каких-то у нас, необычных игр, тем лучше. От этого все зрители выигрывают. Уникальность контента — это очень здорово. Многих игроков до данного турнира, в принципе, никто особо и не видел, как они играют, поскольку они не являлись стримерами, не записывали свои игры. Так что здорово на каждого из них посмотреть, познакомиться воочию с их игрой, какой у них стиль, на что они делают ставку, скорость мышления и тому подобное. Ну вот у Тимбукту все-таки улучшаются эльфы, и теперь ему тоже станет гораздо проще воевать и проводить бои без потерь. Из того, что планирует делать Тимбукту, это, наверное, взятие склепа, это раз. Во-вторых, отбитие внешнего жилища кентавров. Тем более, кентавры-то будут скупаться бесплатно, как, в общем-то, и все войска первого уровня во внешних жилищах. То есть, по сути, это даже не скупка идет, а просто сбор. А потом, ну, ему, наверное, не особо-то остаются другие варианты идти и отбивать какие-то шахты. Больше качаться негде, а если он будет темповать и ломиться в трежерные зоны, а потом к сопернику, ну, там, короче, 50 на 50. Пока не ясно, у кого к тому моменту будет преимущество. Но хочется отметить тот момент, что у Тимбукту во время этой игры было много обрывов, связанных с тем, что перегревался ноутбук из-за того, что шла запись. Из-за этого грелся больше положенного ноутбук и периодически вообще отключался. Поэтому приходилось немножко подождать, перезапустить ноутбук и дальше продолжать. И причем это продолжалось не единожды. Поэтому можете представить, насколько некомфортно было Тимбукту играть в данной партии. А кто бы что ни говорил, комфорт тоже многое значит во время игры. Если вам играть некомфортно, то вы отвлекаетесь на внешние факторы, совершенно необязательные, вместо того, чтобы сосредоточиться на игре и нормально продумать свои действия. Могут и необязательные ошибки появиться, и какое-то неправильное планирование своих действий. Тем более мы видим, что Тимбукту, как правило, в своих партиях любит подумать, чтобы не допустить дополнительных ошибок. Поэтому таймера тратит прилично. И в затяжных играх Тимбукту, как правило, сложно уже на последних стадиях ходить, поскольку таймера постоянно не хватает. Ну, не он один в такой ситуации на самом-то деле оказывается. В данном турнире мы уже не единожды видели, как игрокам даже на прописанном в турнире таймере, увеличенном по всем шаблонам, даже его часто оказывается недостаточно. Снова у нас ходит Дарк, у него есть целых два склепа. Когда он на них переключится и будет их брать, пока не ясно. Они немножко далековато, конечно, находятся, но в принципе отстроить цепи, довести туда армию можно будет при желании. Плюс очень удачная охрана стоит на золотой шахте. Обычные горгульки, даже не грейженные.
Поэтому вполне возможно сейчас будет отбивать эту золотую шахту Дарк. Нет. Хотя это Бриса ушла, да? Да, Дарк, похоже, да, не собирается спешить. Просто отвозит армию наверх. И там уже по цепи, наверное, будет пытаться в ближайшие дни добирать оба склепа. В принципе, с той армией, которая есть у него в наличии, можно даже брать максимальный склеп, поэтому он не особо боится. Ну, конечно, если будет два максимальных склепа, то это уже проблема. Но если первый склеп окажется маленьким, то я думаю, его второй он полезет вообще без боязни. Проблема для максимального склепа заключается в том, что кроме ударного стека стрелков нет нормального ударного стека пехоты. Копейщики — это все хорошо, но это не так уж много, как хотелось бы. Они не смогут наносить достаточное количество урона, а вот постоять в бою в роли Аджора, это они вполне могут, поскольку здоровья у них много. Но опять же, копейщиков не хотелось бы использовать на Аджор. В это время отбивается внешнее жилище кентавров. Забираются сами кентавры. Да ладно, и он еще и тратится по ресурсам, чтобы Таргрима качнуть. Ну вот это сейчас было вообще лишнее. Или он все-таки отказался? Если отказался, то нормально, потому что тратится сейчас по ресурсам ради героя, который вообще не собирается быть главным даже близко. Это просто транжирство тогда. Набирается свиток лечения, еще немножечко бонусного золота. Проверяет, докуда может добежать Элизаром. Стал подальше, перед тем, как передавать армию. Армию пока таскает Нагаш. Вот сейчас он остается на разгоне на кентавре. А армия приехала на главного героя, на Элизара, собственно. Подумывает шахту самоцветов, что ли, брать. Но если он сможет на ней еще и разогнаться, это вообще будет идеальный вариант. Оставаться без разгона не особо приятно, конечно. В особенности из-за гремлинов, которые имеют четвертую скорость. Вот если выкинуть гремлинов и оставаться на разгоне хотя бы на шестой скорости, ну это уже совсем другой разговор. Так, и начинает отстраивать гильдию. Тимбукту это делает тоже во вторичке, несмотря на то, что главный замок его также не ограничен в постройках. Во вторичке более удобно подбирать те или иные заклинания из гильдии магов, поскольку вы здесь метушитесь все-таки во время игры чаще, чем делаете это на родной территории. Но с другой стороны, вторичка открыта для вашего противника, он может неожиданно ворваться через портал или через проходы по бездороге, и в этом случае у вас могут возникнуть проблемы с тем, что эти заклинания попадут и вашему сопернику тоже. Вот если говорить о Дарке, то ну, у него замок, как бы в замке не особо игроки любят отстраивать гильдию. Там и привязка, в общем-то, больше к магии воды идет, что не очень приятно. Так, а Элизар может разогнаться на шахте, да? То есть он все-таки ее мало того, что отбивает, но и забирает. И отстраиваются дендроиды. Ну, дендроиды прежде всего важны на скирмише, особенно при игре за оплот, если вы собираетесь брать какие-то консерватории грифонов.
А в битве магов дендроиды важны в том плане, когда вам нужно перестоять. Если вы видите, что по силе магии, по количеству маны вы выигрываете, то вам нужно просто перестоять соперника. И дендроиды с большим количеством здоровья в этом очень сильно вам могут, конечно же, в итоге помочь. Так, внешнее жилище копейщиков есть. Это, по сути, аналог внешнего жилища кентавров, который есть на стороне Тимбукту. В этом плане на равных ребятам сдало. Но по склепам, конечно, преимущество на стороне все-таки Дарка. Помимо этого, охрана золотых шахт тоже более удобная у Дарка, по крайней мере, той шахты, которую мы видим. Все-таки, я думаю, вы все согласитесь с тем, что пробивать негрейженных горгулек, даже пускай их там будет больше, гораздо проще, чем пробивать чародеев или же кто там на второй охране был, птицы грома, да? У птицы грома это не такая уж и большая опасность, просто у них высокая скорость плюс ихняя обилка. Поэтому, конечно, их надо с экспертным замедлением бить в идеале. До этого момента они, ну, очень опасными являются на самом-то деле. А когда будет это экспертное замедление и когда заэкспертится сама Земля, пока не ясно. До обзорки даже дотянулся Даркелла. Засветил одну из трежерных зон, которая находится также неподалеку. Засвечивает части своей вторичной зоны также. Ну и продолжает играть в те же 4 героя, поскольку будет стараться, наверное, получше отстроить сам замок. Ящик Пандоры очень интересный ему. За дендроидами лежит. Дендроиды не так уж сложно пробиваются. Просто вопрос в их количестве там. И можно будет вполне спланировать, когда этот ящик Пандоры будет подбираться. Ну и интересно, что он получит, собственно, за взятие данного ящика. Там может быть опыт, может быть золото, может быть армия, а могут быть заклинания. Это по сути и все, что вам там могут предложить. Так, Элизар идет брать со стороны Тимбукту очередную шахту. Тут борьба идет с големами. Во-первых, они медленные, во-вторых, они не могут моралиться, у них нет морали. И стрелки их здесь просто должны разваливать налево и направо, а кентавры будут просто добивать уже недостреленные, скажем так, остатки после выстрелов эльфов. Чем, собственно, и занимаются в данный момент кентавры. Остается последний стек. Тут самое важное не подставлять даже своих единичек под удар, и в этом случае никаких проблем не должно возникнуть. Вот и все. Битва без потерь, спокойно отбивает шахту Серы. Ну а дальше тут уже надо забирать армию. Забирает армию Нага, Шелизар остается на разгоне, на шестой скорости. И Нагаш едет также отбивать одну из шахт. Немножечко даже под Некрит, это шахта Ртути. Так, ну у гномов вообще скорость очень маленькая. С учетом того, что они еще и не на родной земле сражаются, которая дает хотя бы плюс один к скорости.
Кентавры пока прячутся и все остальные, и старается играть таким образом Тимбукту, чтобы вот этот вот единственный стек зомби гонять просто вверх-вниз постоянно, не подпуская к стрелкам, а стрелки, чтобы в это время спокойно занимались отстрелом. Ну, в идеале, конечно, чтобы стрелки стреляли на прямой стреле, поэтому иногда есть смысл, конечно, подставить их где-то поближе. Так, ну и тут он уже без вариантов подпускает намного ближе, и, наверное, придется работать со снятием ответочки. С большой долей вероятности. У зомби довольно высокая скорость в улучшенном виде. Поэтому одна ошибка в разводке может стоить того, что они по-любому будут ломиться на ваших стрелков. Нагаш как раз практически впритык берет данную шахту и сразу же на этой шахте разгоняется. Причем разгон получается на 7-й скорости, потому что эльфы, которые остались у него в наличии, имеют 7-ю скорость. И разгон получается даже лучше, чем у главного героя, у которого разгон на кентаврах, то есть всего лишь 6-я скорость. Разница там не столь уж велика, конечно, между 6-й и 7-й скоростью, но все равно хочется получать как можно больше существенных бонусов. Мощь армии королевства показывает больше как раз ударка. Тимбукту понимает, что не все так хорошо и безоблачно. Так, и думает, куда же направить Дарксторна, чтобы он тоже хоть что-нибудь делал полезного, потому что он сейчас вообще, по сути, ничем не занят вообще. Подумывает пустить его даже на сбор ресурсов на вторичной зоне. Потому что главный герой уже возвращаться не будет. Отстраивается вторая гильдия, есть воздушная стрелка и есть слепота. Поэтому вторую гильдию можно считать удачной для Жени. Ну и ход передается далее. А тут не записано на начало хода, виднеется только уже концовочка. Получается, взял уже второй склеп к этому моменту, Дарк. И готовится армию даже тащить уже ниже. Так получается. И снова у нас ходит Тимбукту. Заканчивается неделька. С шахты забирается вся армия, вся мощна, так сказать. Ну и куда-то дальше сейчас надо будет уже ломиться. Здесь на вторичной зоне всегда находятся две золотых шахты и по одной шахте всех драгоценных ресурсов. Это ртуть, это кристаллы, самоцветы и сера. Ну, несмотря на то, что шахты золотые, две, а не одна, Жене не повезло с обоими охранами. Также часто в охране золотых шахт появляются кто-то вроде Василисков, а также Минотавров. Вот Василиски одни из самых удобных, собственно, охран, которые можно пробивать, поскольку имеют не так уж и много здоровья, не так сложно их выбивать. Ну а тут битва с фейками, по большей части это, наверное, ради Некрения пробивается именно Нагашем. Ну или же просто для удобства, а сам главный герой будет направляться уже туда правее, на вторичной зоне. Минимальные потери, с потерей всего лишь единички по сути.
пробивается Нагаш. Да, формируется небольшой стек скелетов. Но говорить о том, что он будет играть какую-то важную роль, наверное, пока не стоит. Ну, зато Нагаш тоже получает заклинания, которые есть во второй гильдии. Ну и видите, Женя не особо старался отстраивать главный замок, он ушел в быструю отстройку гильдии. Очень часто это дает свои большие плюсы, особенно если удается при быстрой отстройке гильдии дойти до 4 уровня. Но пока говорить о 4 уровне рано, пока ресурсов все-таки есть нехватка, особенно ртути и кристаллов. После того, как данный вопрос решится, можно будет поставить 3 уровень. Ну и на 4 нужно будет все-таки ждать, что вам дадут какую-то хорошую ударную магию. Потому что у меня, помнится, игра была с Дау, когда я перетемповал его как по пробивке в разные зоны, так и по отстройке гильдии. Но мне не дали вообще ударной магии, причем я даже отстроил 5 уровней, делал перестройку 4 уровня гильдии. Я строил библиотеку, потому что я отстраивал в замке башни, и мне все равно не дали. Ну и в общем там уже пришлось тогда сдаваться, потому что у него в наличии были драконы, а мне их убивать тупо нечем было. Так что всякое бывает. Он тогда посмеивался с того, что мне не дали ударной магии. Ну понятно, а как играть, если делаешь ставку на мага, а бить нечем? Так, начинается вторая неделька, ходит у нас Дарк. Пробивает скелетов. Ну, понятно, с таким количеством стрелков тут многие охраны пробиваются без особых проблем. По золоту тоже не чувствуется большого кризиса, поскольку у него там 2 или 3 склепа наверху. Плюс так поотбивал золото у нейтралов. Ну и в принципе можно считать практически зачищенной его родную зону. Остается дозачистить вторичную зону. Ну а дальше... А вон он, кстати, уже видит, собственно, своего соперника, который находится на соседней зоне от вторичной. Как-то непонятно, честно говоря, сгенерилась карта. Их вторички находятся совершенно рядом, хотя между ними должна быть третья зона, которая является трежерной. Мне кажется, багованная немного карта. Такое бывает, в принципе, на многих шаблонах. Они не идеальны. Генератор карт все-таки требует определенных доработок, но заниматься этим некому в соде. Так, ну, Тимбукту пока скупает побольше кентавров. Уже получается такая немалая пачка, которая может наносить довольно много урона. Вообще, конечно же, не бы их еще загрейдить. И тогда это было бы очень мощно. Отстраивается рынок, который позволяет выменять побольше ресурсов. Ну и раз вымениваются ресурсы, это значит, что Женя будет темповать. Ему сейчас требуется максимальная скупка, и он пойдет на Дарка. Вообще рисковая затея, но по крайней мере он идет с отстроенной второй гильдией. Поэтому
это уже не выглядит как какой-то суицид. Поскольку если у мага есть нормальные стрелочки, как в данном случае у Жени, плюс, помимо всего прочего, у него есть еще и слепота. Вопрос, конечно, в том, что сам Элизар еще не раскачан должным образом, чтобы участвовать в финальном бое. Поэтому как там сложится битва, пока не ясно. Но на открытой местности может он и в состоянии там что-то навязать Дарку. Но если битва будет происходить где-то внутри замка, то мне кажется, Жене придется тогда застопориться и где-то покачаться там на каких-то территориях, прежде чем все-таки делать финальный штурм. Но опять же, из-за того, что играть не особо комфортно, возможно, еще это подстегивает Женю побыстрее заканчивать игру, пускай рисково, как бы там ни было, но во всяком случае, это тоже план, который вполне себе может сработать. Потому что если он придет на второй неделе, ну такое на скирмише, конечно, бывает. И темпуют обычно те, у кого не особо там блещет раздача, как в данном случае у Жени. Так что данная манера ведения игры на скирмише все-таки присутствует. И многие игроки ее частенько используют. Есть, конечно, вариант уйти в трежерные зоны, причем зачистить каждую из них. Там вы и подкачаетесь нормально, и, возможно, найдете какие-нибудь внешние жилища драконов, как, например, у меня было две игры с Дау, и в обеих из них он просто-напросто взял внешнее жилище драконов. Ну, это, конечно, что-то было. Так, Нагашем пробивает он Виверн. Почему Нагашем? Наверное, чтобы не тратить ману основного главного героя. А главный герой, наверное, будет уже после пробивки данной охраны дальше ломиться. И уже хотя бы будет в наличии какая-никакая мана, и можно будет пободаться с соперником, если он попадется. Ну и тем более, на вторичной зоне, что у него, что у его соперника, всегда находится колодец. Поэтому пополнить возможность ману будет, если, конечно, он до колодца дотянется до того, как дотянется до него Дарк. Если он, конечно, будет атаковать. Очень много дизморалик из-за того, что нежить брал с собой. Но, в принципе, если не считать потерю самой нежити, то родных войск было потеряно довольно мало. Вот его и колодец, кстати, довольно рядом находится. Но, судя по всему, тут вот какое-то слитие идет маленькой трежерной зоны между ребятами. Там еще подобная битва требуется тоже с виверными монахами наверху. Ну и совсем чуть-чуть не дотягивается книга воды. Опа-па, а вот это уже интересно. Потому что без отстройки гильдии можно все заклинания использовать из данной книги. Проблема, конечно, в том, что там нет нормальной ударной магии. Ну что там, кольцо есть, холода, да. А есть болт второго уровня, но уже не уже есть в наличии воздушная стрелка. Это в ряде случаев более полезно. Она бьет больнее. И обычно в соотношении мана и урон она является более выгодной. Так, ну Дарк в принципе видит то, что происходит на стороне соперника. Сразу же идет пробивать дендроидов. Причем успевает отстроить себе, не только отстроить, но и выкупить коней. И сразу же старается забирать этот ящик Пандоры, потому что он понимает, соперник уже находится очень рядом. Если соперник придет и будет брать этот ящик Пандоры, а там может быть опыт или опыт был. Ну то есть там бы прокачался неплохо Элизар,
А так, получается, кучу опыта выхватила Бриса, и вот сейчас она уже будет выглядеть очень и очень серьезно. Сейчас еще и золотую шахту доберет, улучшит свое экономическое состояние, и опять же Бриса может здесь еще себе повысить левел. Она уже является экспертом по воздуху, поэтому ситуация для Тимбукту ухудшается пока что. Ну вот, было рассоединение между ребятами. Тут Дарк загрузил, передал ход на Тимбукту. И Тимбукту продолжает ходить. На данный момент идет второй день второй недельки. Еще довольно ранняя стадия игры. Но напряжение уже присутствует в данной партии. По большей части из-за Тимбукту, который больше темпует, чем это делает Дарк. Так, нашел темницу. Чем хороша темница? Так это тем, что можно отпорталить внешнее жилище, это раз. И удвоить ману, это два. Плюс, из огромных плюсов стоит отметить, это наличие дракона. Если Тимбукту будет в состоянии отбить это внешнее жилище драконова, там в охране будет стоять три дракона. Вот если он осилит это взятие, то наличие даже одного или трех драконов, которые могут быть у него на следующей неделе, если он отпорталит это внешнее жилище, может очень сильно зарешать в финальном бою, потому что не так уж сильно уходит в отстройку Дарк, а убить драконов по магии низкоуровневой не получится. Она на них не действует просто-напросто. А так уж быстро отстроить пятую гильдию и надеяться на то, что вам дадут взрыв, но это тоже такое себе занятие. Вероятность того, что вам выпадет взрыв, не так уж и велика. И тогда драконов можно будет убивать только своими войсками. Это могут сделать стрелки, либо кони, на которых сделана ставка ударка. Но это все решается, в общем-то, ударной магией, теми же стрелочками, которые есть в наличии. Так что это все вполне решаемо. Ну а теперь мы уже наблюдаем за тем, как на третий день второй недельки воюет с Минотаврами Дарк. Ну, тоже пробивая такие серьезные охраны, конечно, он будет быстрыми темпами качаться. Вот он более сейфово сыграл первую неделю. Дальше мы видим, что он пробивается также в одну из трежерных зон. Просто он пошел в другую зону, не в ту, в которую пошел Тимбукту. И он даже успел уже по пути, как сюда зашел, добрать один улик. Причем улик был довольно неплохой. Поэтому и армии мы видим, что стало, конечно, поменьше. Для него самое главное это кони. Ну, стек Виверн, он пока немногочисленный, и навряд, конечно, он сможет накопить уж так много виверн, потому что уликов, как правило, довольно мало, консерваторий тоже, поэтому каждый улик и каждая консерватория тут просто на вес золота, но в ряде случаев они могут даже и не зарешать. В принципе-то. Так, ну пробивает стрелков с небольшими потерями. Ай-яй-яй, правда, конечно, навыки предлагают не особо. Есть, кстати, артефакт уже в наличии. Довольно неплохой как раз-таки под мага. Дальше уже на одних гремлинах пошла воевать Адель. Вся ставка сделана на
магию, которая есть в наличии, и не смогла, да, добрать даже замок. Сливает, получается, Дарк своего героя, немного не рассчитал. И он ломится дальше уже. На серебряных пегасов пошел. Ну, он их уже не так боится, когда в наличии нет стрелков. Он их с собой не брал специально. Так, монахи, все дела. Ну, пока не нашел там чего-то такого сверхъестественного. Но в любом случае прокачка идет гораздо быстрее главного героя, чем это происходит у Тимбукту. Поэтому вот если сейчас представить встречу ребят друг с другом, то я думаю, перевес будет все-таки на стороне Дарка. Во-первых, параметры выше, есть экспертная магия, также есть, ну, довольно неплохая высокоуровневая армия за счет Виверн и за счет кавалерии. Поэтому Тимбукту будет очень непросто. Так, ходит Тимбукту. В Тимбукту, конечно, пока не попалось никаких ящиков Пандоры. Он бы тоже, я думаю, не против был бы подобрать какой-нибудь, но таковых просто-напросто нет. Конечно, если бы он не пошел вниз захватывать замок Темничку, а сразу ломанулся через Виверн, то вполне возможно дотянулся бы и устроил стычку с Дарком намного раньше. Но опять же, это все размышления, если бы да кабы. Да и все равно там было бы сложно, потому что уже немало маны в наличии. А без маны он там не особо там мог бы что-то сделать. Не так уж сильна его армия. Периодически сохраняется Женя, потому что знает, сколько времени примерно проходит до того момента, пока начинает выключаться ноутбук. Поэтому после каких-то серьезных действий, которые он делает, чтобы потом их не повторять, он сразу же сохраняется. Чтобы потом Дарку не приходилось каждый раз загружать, и ему приходилось полностью перехаживать свой ход. Так, Нагаш готовится к битве. Ну, кстати, непонятно, кто же у него все-таки главнее. Кажется, что Элизар, но Элизар больше сейчас работает на Нагаша. Ну, будет отбивать сейчас щиток, довольно-таки неплохой. Это, конечно, все хорошо, все замечательно. Но, конечно, более приятно было бы видеть какие-то артефакты на знание или на силу магии. Чтобы как раз под магов было. Эльфов стало уже гораздо больше, поэтому и с большей вероятностью могут минусовать те или иные стеки. Остается два последних стека. Пришлось получить удар и по кентаврам. Конечно, лучше бы по гномам. Но гномы медленные, их не так уж удобно было подставлять. Качается интеллект, что еще увеличивает наличие знаний у Нагаша. И вполне возможно, что именно Нагаш будет главным героем. Остается даже на разгоне Нагаш
а Элизар будет забирать щит. Поэтому, мне кажется, все-таки Тимбукту пересел на Нагаша. И именно Нагаш будет являться главным героем. Или все-таки нет? Ну, в общем, пока вот не ясно. Вот, сложно так уж наверняка сказать, кто у него главнее, Нагаш или Элизар. Я бы однозначно играл через Элизара, но Нагаш уже тоже, в общем-то, прокачался неплохо. Поэтому так уж однозначно я не могу говорить. Все, ход передается далее. И ходит снова Дарк. Теперь мы с вами уже наблюдаем, конечно, слайд-шоу. И вот этот вот квадратик, который по непонятным причинам у некоторых ребят периодически появляется во время демонстрации. Иногда создаются демонстрации, его нет. От чего это зависит, я не знаю. Если кто-то в курсе, почему возле курсора этот темный квадрат появляется. Причем не всегда. У того же Дарка и у Алекс Зе Грейта иногда есть этот квадрат, иногда этого квадрата нет. Так, ну а тут война продолжается со стороны Дарка. Пробиваются питы владыки бездны. Пробивает он их без потерь, отбирает еще один замок. Рядышком есть еще один улик, что тоже, несомненно, плюс для Дарка. И есть красный шар. Ничего себе, щит и красный шар за нагами. Вот это, конечно, мощно. Вот это как раз, если бы Дарку не зашел маг, а он играл через воина, он бы 100% забирал бы этот красный шар. И я думаю, с большой вероятностью игра была бы сделана. Ну, потому что маг, в общем-то, в ближнем бою, как правило, ничего не может противопоставить воину. Тут, конечно, не обошлось без потерь. Осталось 3 коня. И идет добирание очередного улика, причем улик не самый маленький далеко. Проблема Дарка при взятии уликов здесь заключается в том, что нет нормальных стеков для Аджора. Из-за этого приходится терять больше важных вам юнитов. Стрелков-то он тоже не может здесь брать, потому что они ему очень нужны. Ну и что, коней уже практически не осталось после подобных боев. Но говорить о том, что армия слишком сильно ослабла, тоже нельзя. Потому что стек виверн растет, стрелки остались в норме. Посматривает Дарк в таверне в логово воров, насколько изменилась ситуация по прокачке героев. Тем более они оба светят именно главных героев. Ну хотя насчет Тимбукту мы уже выяснили, что совершенно не факт, что является главным героем у него Элизар. Вполне возможно, он переключится на Нагаша. Как знать. Ну и Дарк очень сильно перетемповывает Тимбукту в плане взятия уликов. Он уже умудрился взять их целых 2, в то время как Тимбукту пока даже первый не берет. Но у Тимбукту тут тоже, опять же, охрана хорошая, из-за того, что там не просто улик, а еще и книга воды,
то можете себе представить, сколько там по количеству будет в охране этих мантикор. Вот. Вы посмотрите, точно такой же ящик Пандоры. Будет прикольно, если дадут точно такую же награду. Ну, правда, если Нагаш сейчас получит опыт, но это уже будет 100% главный герой. Тогда Элизар уже будет в пролете. Ну что ж, давайте посмотрим, что за награда здесь будет получена. Нужен, конечно, опыт, либо... Но опять же, здесь высокоуровневой магии не будет. Поэтому, наверное, все-таки опыт хотелось бы получить. Можно, конечно, и армию, но если будет кто-то реально полезный. Хотя, опять же, если кого-то неполезного, там какие-то войска 1-4 уровня дадут, то, возможно, это пойдет в аджор на улик. Может, он тогда переключится и пойдет брать улик. Заодно и книжку воды выхватит себе. Так, качнул левел. Сохраняется обязательно. Ай-яй-яй, дают гарпии. Да уж, не совсем равноценно, но зато золотая шахта находится рядом, причем за не очень сложной охраной. Единственное, что здесь бихолдеры стоят, которых не очень-то приятно будет пробивать. Но охрана самой шахты, воры, ну, пробиваются на ура. Даже эльфами с какими-нибудь единичками. Ух ты, а бихолдеров-то тоже много. Ничего так, сейчас могут они надавать. Особенно обидно будет, если много сольется эльфов. Без эльфов, конечно, у Тимбукту очень усугубится ситуация. Да, они отстреливают именно эльфов. Не хотят кушать аджор. Возможно, был смысл кого-то из аджора ускорить и поближе подставить. Но опять же, 100% вероятности, что будут стрелять по ним, не было. Разве что можно было ускорить гарпи и сразу же заблокировать хотя бы два центральных слота у бихолдеров. Вот это, конечно, снизило бы потери эльфов. И, возможно, это того стоило таки. По идее. Ну, хотя это все надо считать, все тестировать. Так, ну и гарпий все-таки не подставляет впритык. И таким образом теряет постоянно то одни войска, то другие. Ну, понятно, что гарпии ему хотелось бы тоже сохранить, поскольку, ну, в грейженном виде гарпии очень полезны во время проведения боя. Тут как бы и сказать-то нечего. Полезность их даже не обсуждается. Ну а сейчас, когда уже стал поближе, в общем-то добивает бихолдеров. Снова убирает скелетов. Стейк скелетов потихонечку растет и растет. И вот она, золотая шахта, которая должна еще улучшить финансовую составляющую Тимбукту. Но у Тимбукту сейчас нет проблем с золотом. У него сейчас наблюдаются другие проблемы. Кстати, в ближайшее время он уже может строить гильдию магов 3 уровня. Что будет тоже довольно-таки темповым результатом в плане отстройки гильдии. Возможности разогнаться нет. Поэтому остается без разгона Нагаш на 4 скорости. Момент крайне неприятный. Но поделать ничего нельзя. Нет героев, которых можно было бы так задействовать для разгона. Портал вызова строит и порталит кентавров.
Ну, раз он так сделал, значит, ни о каком взятии внешнего жилища дракона речь даже не идет. Хотя, как я говорил, на скирмише драконы — это просто имба. Их так проблематично убивать. Особенно, если Женя не будет штурмовать быстро Дарка, то в этом случае, поднакопив достаточное количество драконов, он может, в общем-то, Дарку и не оставить шансов. Пойти, например, тоже в какую-то трежерную зону, особенно в ту, в которой нет Дарка, и еще помощниться. И потом уже в более затяжной игре тогда пойти на стычку с Дарком. Но опять же, Дарк, конечно, не будет терять время зря. Можно не сомневаться, что он тут тоже будет быстрыми темпами мощниться. Заходит ему еще и магия Земли, поэтому может получиться довольно универсальный маг. И с экспертным... А, кстати, экспертная вода, экспертный воздух. И все идет к тому, что скоро может стать экспертная земля. Пока что разбил, в общем-то, своего главного героя. Будет армию отсюда вывозить, значит, разворачивается. Возможно, пойдет в другую трежерную зону. Опять же, чтобы побыстрее там все выхватить, и это не досталось его сопернику. Блин, как же классно было бы для Дарка выхватить ту самую книгу воды, которая находится возле Тимбукту. Мало того, что ему и сам улик необходим, так еще и книга воды. А он еще является экспертом по воде. Ну, тут бы, наверное, уже это стало решающим в игре между ребятами. Ну что ж, был очередной обрыв между ребятами. Вот сейчас загрузились, продолжают играть. Идет битва с боровами, которую благополучно Дарк выигрывает. Есть уже два хороших артефакта для мага. Готовится еще ко взятию некромечек. Также рядом, помимо всего прочего, есть еще и улик. Дарк часто сворачивается во время игры, что тоже заставляет лишний раз останавливаться и обрезать эти моменты, чтобы ничего лишнего не попало в кадр. Уже вблизь ворвались прямо к стрелкам, начинают бить мечники, поэтому без потерь мечников, конечно, здесь уже не обошлось. Немножко золота еще добирает Дарк. Вообще, довольно много всего уже успел сделать. Так, подумывает в таверне еще и витамину себе купить, и покупает ее. Она забирает армию, оставляя все лишнее внутри замка. И идет брать склеп на одних вивернах и единичках троглодитов. Где, в общем-то, все троглодиты и теряются. И она еще и поднекрила себе дополнительно скелетов. Плюс деревушка, которую он захватил, очередная, она, в общем-то, родная для него, поэтому он еще и может получать дополнительный родной прирост. Склепа также два в этой новой зоне. Ну и можно говорить о том, что Дарк в разы, реально в разы перетемповывает Тимбукту с огромным темпом, который, ну я не знаю, как сможет Тимбукту превзойти, очень мощно и очень быстро. Так, Енова делает скупочку, чтобы было побольше отжора, конечно же. Ну и давайте посмотрим, что он тут будет делать дальше. Опять же, ход происходил опять с обрывами, записывался двумя кусочками.
Вот мы видим, как повторно скупаются войска, повторно они подъезжают. Ну, в общем, довольно проблематичная игра была у ребят. Всегда сложно играть, когда много каких-то обрывов, выключений, когда рассинхроны идут, бывает и такое. Когда у одного показывает, что ходит один, а у второго показывает, что ходит другой. И никто из них в итоге не может ходить. Особенно часто во время битвы это бывает. Ну, золотую шахту, конечно же, он подбирает далеко не главным героем. Сейчас посмотрим, куда Нагаш будет ломиться. У Нагаша не было нормального разгона, поэтому, конечно, он так уж сильно пробежать не сможет, как хотелось бы, но хоть что-то. Так, армия передана, едет наверх. Тут серная шахта. И вообще получается проход ближе сюда к сопернику. То есть даже мимо виверн у него получается здесь пройти. Да, карта настолько запутанная, что сложно определить, где какая зона находится. Особенно если у тебя нормально не открыта карта, чтобы понимать границы каждой из зон по охранам, которые там есть. Ну что, Дарк видит, что Тимбукту идет, в общем-то, с ним навстречу. И этой встречи уже не избежать. И получается у нас очень темповая партия. Поэтому Дарк сейчас будет готовить себя к проведению финального боя. Возможно, не успевает он сделать все, что было запланировано. И появление Тимбукту заставляет его менять планы. Но до момента, пока Тимбукту сможет отжать главный замок, ну еще время есть. А вот будет ли он отдавать Тимбукту свою вторичку, вот это уже вопрос. Ну, до третьей недели, наверное, партию ребята не дотянут все-таки. Закончат на второй. 1-2-6, 1-2-7 в этих пределах. Так, разбился герой у Дарка, чтобы побыстрее попасть домой. Это была Иона. Ну, золото позволяет проводить подобные разбивки, конечно же. Так, повторная загрузка, опять был обрыв, судя по всему, между ребятами. Ну, наблюдаем пока с вами за тем, как готовится Дарк. Заодно он, в принципе, смотрит, что не так уж сильно Нагаш и прокачан, чтобы его бояться. Все-таки Брисса смотрится гораздо поинтереснее, и даже за счет более сильной магии Брисса должна тащить финальный бой. Не говоря уже о том, что есть неплохие преимущества по параметрам героя.
Вторичку он все-таки отдает и будет захватывать ее кем-то из вспомогательных героев. Так, все, Астрал занимает вторичный замок. Также скупаются войска нежити, это скелеты и зомби. Они очень сильно будут портить мораль, если он их со своей армией свяжет. Но, с другой стороны, у него армии не так уж и много. Поэтому, возможно, будет пытаться перестоять соперника. Ну, не знаю, это может ему еще больше усугубить, в принципе, проведение финального боя. Ну, нет, вроде пока не берет нежить с собой в бой. Так, запускает Дарксторна и видит здесь Бриссу. Сразу же. Но он не может уже сойти с портала, разве что в том случае, если он удалит этого героя. И он Нагаша садит во вторичном замке, хотя мог попытаться добежать до основного замка. Вот этого действия я не очень понял. А зачем сейчас было садиться во вторичный замок? Чтобы получить заклинание в этой гильдии магов? Отстроенный. Ну, больше смысла я сюда, в принципе, видеть. А больше я не вижу смысла сюда, чтобы было идти, кроме как получать заклинания с этой гильдии. Ну и вот он понимает, что можно было смело отжимать этот замок. А теперь Нагаш уже не дотягивается из-за того, что он вернулся. Вот так-то. И на 1-2-7 тут уже может возвращаться Бриса и просто-напросто не даст отжать свой замок. Вот и все. Ну, наверное, все-таки невозможность нормально сосредоточиться на игре. Вот эти постоянные выключания, обрывы, наверное, дают о себе знать. Все, ход передается далее. Ну и концовочка у нас второй недельки, 1-2-7. Посмотрим, будет ли Дарк атаковать сейчас Нагаша. Вполне возможно, что сейчас закончится игра. Довольно темпово на скирмише. Но во многом это связано как раз таки с игрой Тимбукту, который сразу пошел на соперника, а Дарк, он наоборот начал зачищать трежерные зоны, чтобы как можно быстрее прокачать своего мага. Ну, имея, конечно, несколько видов экспертной магии, высокие параметры по силе магии, конечно, Бриса имеет очень большое преимущество. Ну и вот он, финальный бой. А, нет, это еще не финальный, это убивается герой, который стоит на портале. Ну, тут будет ставка сделана на стек Виверн и на то, чтобы попытаться за счет магии быстрее заминусовать войска соперника. Пришлось даже здесь использовать дополнительно ману, но ее еще остается прилично, в принципе. Стрелков пока с собой не берет. Стрелков, наверное, возьмет уже на сам финальный бой против главного героя. Просто не хочет, чтобы ему стрелков сейчас какими-то магическими стрелочками поминусовали. Да, вот такие вот не особо важные стеки, как единички копейщиков и тому подобное, это уже
Вот Дарк спрашивает, че ждем? Так, вот теперь уже будет с полным фаршем, так сказать, дожимать главного героя. Причем Тимбукту остался внутри замка, это значит, что возможности сбегать и как-то пытаться дальше тащить игру у него нет. Если он сейчас проиграет эту битву, то это все, это ГГ. Возможно, еще он остался внутри замка, чтобы пополнить ману. Ну, хотя он видел, что соперник находится очень рядом, сразу же накидывается экспертное ускорение. И теперь через hit and run будут залетать виверны, бить и назад улетать, залетать, бить и назад улетать. Ну, в первую очередь постарается выбить стрелков, наверное, как можно быстрее, эльфов. А дальше, в принципе, смысла уже проводить бой дальше не будет. Вот он магией стейк стрелков довольно быстро уничтожает. Ну, вообще без шансов. Несмотря на то, что не так уж и много армии у Дарка, по магии у него просто колоссальный перевес. По артефактам тоже у него сильный перевес, которые даже в ближнем бою делают довольно неплохой урон. Да, тут просто без вариантов, ребят. По вивернам тоже бьет Нагаш, но урон, конечно, все равно несравнимый. И стеки в наличии у Тимбукту, они тают гораздо быстрее, чем стеки, которые есть в наличии у Дарка. Все, сдается Тимбукту. И мы можем смело поздравлять с вами Дарка с победой. Тимбукту уходит с турнира, так и не набрав очков. Занимает последнее место в группе, но мы будем ждать Тимбукту в следующих турнирах. Он попытал счастья в каждой партии, пытался выиграть, но не вышло. Оппоненты были серьезные каждый раз. Ну а Дарка мы поздравляем с выходом в следующий раунд. Он в сетку лузеров попадает. И саму сеточку мы с вами посмотрим, конечно же, дальше. Я поздравляю всех участников турнира, а также вас, зрителей, с окончанием групповой стадии. Итоговые таблицы вы видите у себя на экране. Такой интересный факт, что во всех группах получилось так, что ребята, занявшие первое место, получают по 9 очков, второе место 6 очков и третье место 3 очка. В то время как ребята, занявшие четвертые места, они не набрали очков вообще. Хотя были возможны варианты, когда, например, 3 игрока могли по 6 очков набрать. Либо вот как в группе Z, в случае победы Тимбукту, был бы Таганаш с 9 очками и 3 игрока с 3 очками. Но, как мы видим, ничего такого не произошло. Все прошло по накатанной. В каждой группе был определен сильнейший игрок, слабейший и игроки, занявшие второе и третье место. Итак, что мы имеем на данный момент? В сетке виннеров у нас проходят следующие игроки. Это Позитив из Украины, Лизард из Белоруссии, Хеллайт из России, Хералви из Китая, Севен Сан из России, Ред Вайт из России, Псича 7 из Украины и Таганаш из России. Вот эти ребята будут сформированы в пары и будут играть до двух побед.
То есть будет между ними по 2, либо по 3 игры, в зависимости от того, как будут они побеждать. То есть либо со счетом 2-0 кто-то будет проходить, либо со счетом 2-1, если после двух партий будет зафиксирован счет 1-1. В сетку лузеров, где также будут сформированы пары, точнее они уже сформированы, и будут проходить по одной игре, то есть кто выиграл, тот проходит дальше, кто проиграл, тот вылетает из турнира вообще. Следующие игроки — это Амилу из России, Дима Сурма из России, Георг, Розенкран, Алфейн, Бишоп, это все игроки из России, АК Варден из Украины и Дарк из России. А теперь давайте с вами посмотрим на, собственно, сформированные пары, как будут происходить игры, между кем из них на стадии плей-офф. Вверху у нас находится сетка виннеров. И будет происходить 1/4 финала, то есть четвертьфиналы. Здесь у нас встречаются Позитив против Лизарда. Хеллайт будет играть с Хералуи. Seven Sun с Red White и Psyche 7 против Таганаша. В сетке лузеров будет начинаться первый раунд или 1/32 финала. И пары сформированы следующим образом. Это Амилу против Димы Сурмая, Георг против Розенкрана, Алфейн играет против Бишоба и Варден играет против Дарка. Есть довольно интересные пары, за которыми мы с вами дальше пронаблюдаем. Напоминаю, что проигравшие в сетке виннеров будут подсыпаться в сетку лузеров для ребят, которые в лузерах будут побеждать и проходить далее. И только те, кто в сетке лузеров будут проигрывать, те уже будут только окончательно вылетать из турнира. В итоге в сетке лузеров будет произведен финал. Также пройдет полуфинал. Игрок, проигравший в полуфинале, он будет играть за третье место потом. А ребята, которые выйдут в финал, они между собой также выяснят, кто из них будет играть в гранд-финале и разыгрывать первое и второе места, а кто будет играть, собственно, за третье место. Ну что, ребят, ждем тогда игр в плей-оффе, болеем за своих любимчиков. А у меня на этом все, всем спасибо за внимание, всем пока, с вами был Армак, подписывайтесь на оба канала, нажимайте на колокольчик, чтобы знать о выходе новых видео, а также о появлении стримов или рестримов. Если есть желание помочь развитию канала финансово, то реквизиты вы видите на экране, а также в описании под видео. Если хотите найти себе соперников, также пишите об этом. Добавлю вас либо в беседу в ICQ, либо в беседу в группах ВКонтакте. А у меня на этом все. С вами был Армак. Всем пока. До новых встреч. Любите героев.